Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас пустые баночки. Много интересного, оставайтесь со мной до конца. Целый пакетище пустышек, очень интересных по уходу, по тонировочке волос. Итак, поехали. Ну давайте с тонировки волос как раз и начнем. Это шампунь Концепт. Бесконечный литровый шампунь. У меня был шампунь и бальзам. Бальзам закончился быстрее. Шампунем далеко не каждый раз, естественно, мыло. Наконец-то домыло. Что хочу сказать. Шампунь больше не возьму. Бальзамы лучше тонируют волосы. Именно тонируют волосы. Но он не нравился. Знаете, когда волосы жирнились быстрее, я пользовалась им. Когда вот корни волос. Периодически такое бывает. Анти-йеллоу эффект. Это у нас с вами вот такой вот он серенький. Они есть разные. У меня был бальзам литровый арктический блонд. Такой вот с розовыми вот этими вот кружочками, да. А этот с такими серенькими. Он сам ярко-ярко сиреневый такой по цвету. И что хочу сказать, если совсем-совсем вы блондинка, пережженная, да, порошком, то он и без бальзама справится, да, он будет нейтрализовать желтизну. Вообще вот эта серия Концепт, она прекрасно нейтрализует ее, все супер, все замечательно. Но сразу хочу сказать, что шампунь сильно сушит волосы. Вот именно поэтому я его и использовала, когда у меня жирнилась быстро кожа головы, корни. Подсушить. Вот сушит волосы, они потом объемные, они потом такие вот, с прикорневым объемом, у кого жирные волосы и надо немножко протонироваться, прям смело могу рекомендовать. А вкупе с бальзамом шикарно нейтрализует желтизну и даже без бальзама. В общем, подбирайте, какой вам нравится. Арктический блонд бальзам, он мне давал такой легкий сиренево-розовый оттеночек, благородный, красивый, суперский. А вот этот, он просто нейтрализует. Можно, конечно, если передержать, добиться даже какого-то синего оттенка. Но это если совсем блонд, прям уровень 11-й, и самый-самый светлый. А так вообще шампунь классный. Серия у них это классная. Но сушит. Действительно, сушит. Сушит очень сильно. Поэтому у кого пережжённые еще и сухие волосы, нет, не надо. Лучше взять вот из этой серии бальзам. Очень выгодно бывает на маркетплейсах именно вот такие вот литровые банки. Так, дальше. Аравия. Ночная восстанавливающая маска. У них такие банки огромные, что я ее прям очень долго добивала. Естественно, разные маски использую. Артикул А019. Так, сейчас... Как она? Она такая, знаете, уже не видно, все доиспользовала до масла, с легким сиреневым оттенком. Она содержит большое количество масел, у нее очень прикольный прям вот состав. Для возрастной кожи мне нравится. Некоторые девчонки писали, что им не нравится именно вот этот вот масляный след после маски. Он действительно есть. Когда я ее делаю на ночь, ну как бы все нормально, все хорошо, но на день я вот этот масляный след потом еще спонжем стираю вместе с мылом. То есть добавляю немножко мыла или пенки для лица и прохожусь, смываю, потому что прям... Кожа очень напитанная, прям перепитанная. Вот напитанная да нельзя. У кого сухая возрастная кожа, как ночной вариант, рекомендую присмотреться. Но надо вот хорошо ее смывать, потому что действительно есть такой масляный след. Но напитает кожу на ура. Так, дальше два кондиционера у меня здесь. Все от Леон. Один бюджетный вариант, давайте с него начнем. Он называется Essence, по-моему, как-то так вот. Голубенький аромат. Классный, аромат нежный. Тут два совершенно, ну не совершенно противоположных, но разных кондиционера. Этот Aroma Rich с яблочком и цветочками. Обалденный. С зеленого яблочка вместе с цветочками аромат. Очень яркий, очень насыщенный. А здесь нежный и деликатный. Причем цена вот этого около 200 рублей, цена вот этого около 400 рублей. То есть в два раза, да? А это концентрат, это не концентрат. Но я его тоже немножко совсем наливаю. Вот кто не любит яркие отдушки, кому Aroma Rich именно не понравился, присмотритесь к Essence. Тут отдушки совсем деликатные. И на сухом белье они еле-еле ощутимы. И нет такого шлейфа на всю квартиру. Вау. Голубенький, нежная такая душечка чистоты, немножко такие цветочки, свежие, немножко нотка. Вот очень деликатный прям. Кто не любит ярких, присмотритесь. А кто любит яркий, конечно, только любимый Aroma Rich. Мы с девочками в Телеграм его очень полюбили. Сейчас, кстати, опять хорошая цена на маркетплейсах. Что-то в последнее время ценник задирали. А сейчас нет. Так, мыло Милана от Грасс. Брала в количестве 3 и даже 6 штук. Ну, в общем, там 3 аромата. И что хочу сказать, вот в процессе использования недавно был вопрос в комментариях на Ютубе, ответила, какой больше всего понравился аромат. Кто-то хотел одно, наверное, взять, попробовать, хотя комплектом дешевле гораздо по 3 штуки. Больше всего понравился голубой, на втором месте вот этот зеленый, а желтый вот что-то не заходит. Вы знаете, сейчас стоит на кухне оранжевый, не помню, как называется аромат. И вот моем руки какой-то вот гурманский аромат, и мне не нравится его чувствовать на руках. Вот
вот честно. Ну, конечно, мы будем его использовать. Но вот если брать ароматы, голубой на первом месте, зеленый на втором, это сливочно-фисташковое мороженое, очень приятный аромат, они 0+, пенится изумительно, хватает очень надолго, дозатор классный, отработал без нареканий, выбрасываю, а потом еще попробую в других бутылочках, у меня их просто много. Разбавить обычное мыло, посмотреть, как работают дозаторы на обычном мыле. Так, дальше лапочка закончилась, средство для подмывания младенцев 0+. Крестюшки используем для подмывания и как пену для ванны, и пупсиков она своих там моет этим средством. Никаких нареканий нет, это серия гипоаллергенная, с молочными протеинами, профилактика прелостей. Очень бюджетная серия, очень классная. Крем эмолент из этой серии всегда вам нахваливаю, мне нравится. Так, дальше, закончилось, недавно вам показывала в уходовом ролике вот такое вот масло Butter Atoll Clean Hemish. Это бренд Хемиш корейский. Присылали в рассылке. Веганский, кстати, продукт эта серия. И что хочу сказать. Вот тут прям совсем немножечко осталось. Это прям баттер. Это прям масло баттер. Тут ложечка в комплекте. Вот такое оно прям кусками. Знаете, как сливочное. Ну, не как сливочное масло. Ну, прям масло баттер. По-другому никак и не опишешь. Работает по типу гидрофильного масла. То есть мы сначала смыли макияж мицеллярной водой, потому что с первого раза мне макияж, оно не смывает вот это масло, в отличие от гидрофильного, да. А потом вот этим маслом смываю, и его тоже надо смывать с лица. Потом берем пенку там или гель, чем мы умываемся дальше. Это достаточно хорошее очищение, глубокое. Здесь классный состав, и для деликатной кожи тоже подойдет. Когда соприкасается с водой этот продукт, это масло, оно на лице начинает таять и превращается как будто в тоник. То есть вот когда мы массируем, очищаем, можно с ним массаж делать, оно такое прям маслянистое на лице, но как только попадает немножко водички, все, маслянистость улетучивается. То есть по факту даже вот по ощущениям на лице смывать не обязательно, но я все равно его всегда смывала, добила, но не хочу сказать, что повторю эту покупку, нет. Так, дальше, девчонки, безумно понравилась вот эта штука детская от Estelle, безумно, это недавно было в покупках рандеву, это пена для ванны детская, меняющая цвет с депантенолом и алоэ вера, тут такой мягкий флакон, во-первых, он мне понравился, то есть очень легко использовать до конца дозатор, состав понравился. И действительно меняет цвет, сейчас вот тут на пробке немножко видно, оно такое вот желтенькое, видите, желтенькое, и становится ярко-синим в ванной, очень много пены, расход маленький, хватает надолго, и после того, как у меня крестюшка из ванны с этой пеной вылезала, у нее невероятно была мягкая кожа, ни от одного средства еще такого не было, вот себе прям возьму, буду делать заказ на рандеву, обязательно возьму, не искала нигде на маркетплейсах, посмотреть можно, сколько стоит, если хотите, озадачитесь, безумно мягкая кожа, вот она выходит, я ее выношу в полотенце, и все, и кожа, вот персик, бархат, просто прикасаться. Есть средства, которые подсушивают, есть средства, которые смягчают, но это превзошло все ожидания. Прям вот рекомендую для деток и для себя попробовать тоже. Я тоже обязательно попробую в следующий раз, когда возьму. Так, дальше покраски для волос. Покажу, потому что вот не перестают все равно вопросы в роликах сыпаться. Чем красите волосы? Что за великолепный цвет? Номер краски? И так далее. Все покраски волос моих есть в роликах. Полистайте ленту, потрудитесь немножко, и вы найдете все покраски, чем я крашусь и что это за цвет волос. Девчонки, потому что это микс. Каждый раз я миксую по-разному. Ну, не совсем по-разному. Последние там раза 3-4-5 у меня практически всегда одинаково. Estelle Princess. Очень крутая пигментированная краска для блонда, без ухода, в желтизну. Великолепные оттенки, шикарнейшие, просто. Это у меня 8-18, положила просто, чтобы еще озвучить. Так я миксую всегда несколько оттенков. Как правило, один пепельный, другой сиреневый. С подтоном там 8-61, там плюс 8-11, или плюс 8-1 даже. Потому что 8-1... Один самостоятельно даст зелень. Вместе с сиреневым получается вот такой офигенный цвет волос, от которого я не хочу уходить и краску не хочу менять. Стойкая, крутая, на ней прекрасно делается тонировка. Поэтому все супер. Скраб гиалуроновый от Либридерм. Вот такой брала тоже на рандеву. Не хочу сказать, что он произвел на меня какое-то впечатление, что есть, что нет. Но вроде доиспользовала, вроде как умывалка, как завершающий этап очищения он у меня был, потому что как изначальный этап он совершенно не подходит. Это гель, в котором мало частичек. Они не царапают и даже не шлифуют, они просто есть. Не знаю, не понравился, не рекомендую вообще никакой. Вот взять гамаш Фаберлик, допустим, для лица в 100 раз круче и дешевле гораздо. Так, детский шампунь Банан Миньоны. Это любимый шампунь Ксюши. Она, как мы проходим мимо Магнит Косметик, мимо него не может пройти. Ей безумно нравится эта одушка. Это банановая жвачка. Банановая жвачка, банановая такая вот
сладковатая. Ей очень нравится. Волосы, кстати, после него тоже у нее классные, блестящие, все отлично. Не первый раз берем, могу смело рекомендовать. Так, дальше. О, вот еще одна лапочка у меня здесь. Крем-мыло жидкое. Так, маска. Девочки советовали в Телеграм. Очищающая пузырьковая маска с углем с Wildberries. Вот так она выглядит. Прикольная маска. Прикольная. Не вау, но имеет место быть. Она очень бюджетная, за 100 с чем-то рублей брала. Она здесь такая темно-серая, достаточно жидковатая, но на лице не течет, нет. Наносим на лицо, она почти черная, такая темно-темно-серая. Наносим на лицо, она начинает обильно пузыриться, пениться, ну и через 10-15 минут смываем. По факту от этой маски я ожидала очищения, но нет. Как бы очищение есть, но совсем легенькое. Она больше вот у меня как увлажняющая, честно, она больше как у меня увлажняющая. Она оставляет за собой такое увлажненное лицо, не чистое до скрипа, как по идее делать должна пузырьковая маска, да, а какое-то увлажненное лицо, выровненный тон. В целом лицо выглядит хорошо, лицу нравится, поэтому могу рекомендовать, потому что цена вопроса вообще смешная на маркетплейсах. Так, маска для лица вот такая мужская, девчонки, с рандеву. Очень класснючая маска. Сыворотка потекла. Сыворотки здесь просто море. По-моему, корейская, если... Да, корейская маска, очень бюджетная, на рандеву мужская. Если хотите своих мужчин, я в Телеграм девочкам выкладывала на день рождения мужу фотку его. Мы делали ему маску. Вот это очень смешно было, да. А кто на Телеграм не подписан, ссылка всегда в инфобоксе есть. Проходите, у нас там очень душевная, теплая компания. Хейтерам сразу говорю мимо. Всех заблокирую. Классная маска, лицо прям после нее вообще великолепное. Я ему хорошо его очистила, сделала вот эту масочку. Но знаете, если праздник какой-то, там у мужа вашего тоже день рождения, побаловать там, поприкалываться, очень рекомендую. Носочки, девчонки, вот эти тоже с рандеву. Корейский пилинг-носочки с хрюшкой. Классная штука на самом деле, до сих пор облезают ноги. Надела носочки, походила, там раствор кислотный, очень богатый, носочки бюджетные, дешевле, по-моему, даже чем в фикс-прайсе стоят. Не знаю, есть на маркетплейсах, нет, это Корея. Походила час, даже полтора, сняла, промыла ноги с водой и ничем вот эти дни ноги не смазывала, никаким кремом. Где-то на четвертый день кожа начала сходить пластами. Сходила, сходила, она то в одном месте, то в другом, мне надоело. Я ножки распарила, пемзой все это очистила на раз-два, просто кучу кожи. Специально подготавливалась к этим носочкам и до сих пор вот в каких-то местах еще вот кожа шелушится. Поэтому носочки рабочие, кожа слезает прям пластами, очень рекомендую. Так, дальше тушь, которая и сейчас на моих ресницах, и всегда, и будет еще долго, потому что я влюбилась. Это L'Oréal, как она называется, Volume Million Lashes. Я вам показываю, потому что тоже вопросов много было, что за тушь. Она бликует, ну, в общем, вот такой вот зеленый флакончик. Беру на рандеву тоже, потому что уверена, что там не подделка. На маркетплейсах отзывы разные, очень много подделок. Здесь силиконовая изогнутая кисточка и просто великолепно удлиняет и создает объем, и подкручивает, и фиксирует. У меня сейчас вот два слоя, иногда люблю три, я тут вообще практически до ресниц получается. Очень классные реснички, девчонки, вот очень классные. Не отпечатывается в течение дня. Безумно крутая тушь, она достаточно стойкая. Вот, допустим, какая-то пенка, которая может смыть тушь Faberlic, она эту тушь не смоет. Тут по-любому нужна мицеллярка. Так, дальше, Масил, 8 секунд серия, вот такая вот розовая, произвела фурор просто на Ксюшкиных волосах, просто фурор. Я заказывала на рандеву большой флакон, но подарила его сестре и сама так и не пробовала, ну, вроде нет необходимости в ламинировании, и как бы, ну и ладно. Сделала Ксюшке. Здесь сашеточки, они есть на маркетплейсах, тоже цены разные. Я пробовала до этого голубой и скажу, что розовый круче. Есть голубые, они розовые. Это Корея, кстати. Это филлер для волос. То есть я вылила прям в руку, но удобнее будет делать в какой-то емкости вот все из этой сашетки и тут же в руку налила водички. Здесь по факту такая прозрачная вода. Как только она соприкасается с водой, превращается в густую массу, белесую. Рука даже нагреваться начала, я удивилась. Я обычно все время в каких-то там баночках делаю крышечках, а тут быстренько в руке решила, и рука начала нагреваться. В общем, пошла реакция, и получается такая густоватая, непрозрачная консистенция. Наносим на волосы по всей длине, держим несколько минут, и вау! Не теряется объем, волосы становятся гораздо плотнее, они моментально под руками разглаживаются, распутываются, а у меня, у Ксюшки, после мытья любыми средствами, бальзамами, они все равно спутанные, длинные, пористые волосы, их очень тяжело расчесывать, а тут вау, вот просто вау, нанесла ей на длину без корней.
И моментально, как наносила, все волосы под руками разгладились и распутались. Вот все, они у нее там чуть ли не в узлы завязываются. На себе не пробовала. Сейчас тоже буду, когда в следующий раз делать заказ на рандеву, обязательно возьму себе флаконом. Прям флаконом. Потому что я все боюсь, что потеряется объем моих волос. Я люблю, когда у меня объемненько, да? А, нет, здесь объем не теряется. Здесь плотность, здесь блеск, здесь разглаживание, запаивание кончиков. Обалденный филлер. Смело могу рекомендовать. Пробуйте. Можно вот такую сашеточку на пробу взять. Не подойдет, не подойдет. Не жалко, как бы. Они на маркетплейсах стоят бюджетно. Так, очень классная сыворотка от Мэри Мэй с ниацинамидом и ромашкой. Мэри Мэй, девчонки, я не помню, где брала. Мне кажется, тоже на рандеву. Классная сыворотка, которая успокаивает кожу для проблемной кожи. А, в то же время и для чувствительной очень хорошо подойдет. Вот прям после каких-то кислотных процедур она хорошо успокаивает. Это такая водичка, которая моментально впитывается. Она такого слегка розового. Вот чуть-чуть есть. Оттеночка. Здесь стекло. Вот так она выглядит. Вроде густая, но при соприкосновении с кожей она начинает таять и все впитывается. То есть это не тот вариант, с которым можно сделать массаж. Но мне безумно понравился эффект вообще у этой продукции. Mary and May. Очень годные средства. Так, и дальше, последний, по-моему, продукт, все остальное показала, это крем от Хималая, питательный крем для рук. Спасибо, Наташа, она в Телеграм нам тоже всем насоветовала, все в восторге. Я не могу сказать, что у меня дикий восторг прям по поводу этого крема, но он очень питательный, подойдет на холодное время года сухим ручкам, подойдет, действительно, придется, конечно, в течение дня обновлять. Я брала на Озон, а так он по 79 рублей, по-моему, фикси, я брала на Озон комплектом два крема, и третьим шел типа в подарок крем для ног. Вот крем для ног, который приходит всем с истекшим сроком годности, он великолепный. Вот он вообще восторг. Он моментально сухость убирает. Вот просто моментально. Он в 100 раз питательнее вот этого. Он вообще обалденный. И в то же время он впитывается. Не сразу, но потом он впитывается. Я имею в виду крем для ног. Вот такой же Кималай, только для ног. Тут что-то такое вот коричневое нарисовано. Не помню сейчас, где он у меня стоит. А вот этот тоже имеет место быть. Он классный. Он суперский. Он хорошо увлажняет. Девчонки даже писали, трещинки заживляет. В общем, много положительных отзывов. Если есть возможность, присмотрите, потестируйте. Потом пишите свой отзыв. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Рассказала, показала. Надеюсь, ролик был вам полезен. Вся полезная информация в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.